Всем привет, дорогие друзья, с вами Сергей, и это первый эпизод видеопрохождения игры Crash on the Run. Новый раннер про Крэша, бесплатный, можете скачать в App Store или в Google Market. Не совсем уверен, будет ли это прохождение от начала до конца, в любом случае здесь вроде как есть история, и я буду рад вам ее показать. Погнали! Запускаем игру. Показаны логотипы игры, клевый артик. И спрашивают у меня разрешение на отправку уведомлений. Нет, не разрешаю. Загрузочка пошла. Музончик заработал. Опа, Крэш появился. Коко Бандикут кричит нам: Крэш, я засекла в черепашьем лесу нидротрон доктора Неокортекса. Моя портальная нитросыворотка должна вышвырнуть его в родное измерение. Найди нитродрон, а я поищу другие чужеродные опасности. Береги себя, братишка. Хорошо, хорошо. Жми, чтобы бежать. Бульбака! Так, ну, нажал, отлично. Ну, анимация нормальная такая, пацанская. Ну, вроде хорошо выглядит игра. В принципе. Главное, чтобы она не лагала на айфоне 11, потому что это было бы вообще отвратительно. Это ящик Акуаку. Если ты врежешься в ящик или во врага, Акуаку защитит тебя. В принципе, я играл в Крэша. По крайней мере, в первого. В четвертого я не играл, во второго, третьего совсем чуть-чуть. Контрольная точка, отлично! Так, а как тут вообще, типа, тут точно, ну, типа, по идее, есть сюжет, в принципе, то, что нам Кока сказала. Тут есть ли бесконечный режим, типа, чтобы просто бегать, или тут только сюжет? Я вообще мало чего знаю об игре, вот, серьезно. В принципе, скачал, и бабах, и буду играть в неё. Нитродрон, опа, а вот и он, это типа босс? Так, еще один. Но... А, у тебя есть неуязвимость. Задай... Ага. Типа, если ты два, то я могу... Ага, все, понятно. Я все понял. Я могу просто попадаться под эти штуки. Но я не буду этим заниматься. Зачем мне это делать? А вот и нитродрон! Бросай портальную нитросыворотку! И... Танец прекрасный, да. Так, мы какой-то осколок получили. Энергокамень. Энергокамнями открываются что-то новое, да. Сила бандикутов! Теперь у тебя есть энергокамень нитродрона. Пусть доктор Неокортекс утрется. Теперь прыгай в телепорт и возвращайся на базу. База? База? Тут есть база? Я пока загружу координаты пришельцев. Отлично. Загрузи данные. Ну, типа это было как-то какая-то недодемка. Какие-то порталы мини, чтобы его приспешники... А, понятно, он типа вызывать своих напарников будет, да, чтобы захватить все измерения. Отвратительно Кока здесь выглядит. Мне нравится, как Кока выглядела в четвертой части. Жми, чтобы продолжить. Продолжаю. Так, уровень один, далее откроются. Так, так, ага. Продолжить. Ох, ё-моё. Все теперь это еще изучать. Кто посмел тронуть мой дрон? С дороги бандикута, иначе этот титан вас уничтожит. Черепаший лес мой. Ой-ой, Скорпорелла. Значит, она работает на Кортекса. Надо одолеть ее шайку. Нужно разобраться со всей шайкой, прежде чем нападать на их босса. Выбираем. А теперь найди нитрокраба и пускай летит в свое измерение. Жми, чтобы бежать. Побежали. И это... Ну... По сути, по сюжету только бегаем. Да не буду я читать туторы. Можно отключить их? Я надеюсь, да. Циркулярные черепахи очень опасны. Можно раскрутиться или проскользить по ним. В этот раз попробуй раскрутиться. Понял. А на какой дистанции стоит уже активировать вот это вот свое кручение, так скажем? Так, их ты откидываешь, чтобы ломать всякие преграды, окей. Ну, как он странно катится, конечно.
Ну, а... Я хотел нажать, но он не сразу нажал. Это было очень странно. И непонятно. Прыжок! Нитрокраб. Второй злодей. Ну как, мини-враг. Я не считаю их как-то какими-нибудь там прям злодеями. Чё-то какие-то дауны какие-то. А я могу отбивать? Нет, отбивать я не могу эти штуки. Ну, типа, я просто буду специально попадать под их раздачу, потому что, ну, боже мой, ну... Ну, опять неудачно. Чё-то мне не везет. Я получил снова энергокамень, ура! Обратно на базу возвращаемся. Мы валим приспешников, а потом главного. Понятно. Я только сейчас допер. Так, мы что-то можем сделать, перетащить. Так, в ячеечку, отлично. О боже, мне же теперь это запоминать надо. Я же это все забуду, ребят. Опа, миры. А, остров. Бегать по островам. Теперь можно спокойно бегать в бесконечном режиме, да? Я правильно понял? Так, ну, мне какой-то костюм должны были дать. Вот этот, скорее. За предрегистрацию. Ну, проверим. Побегаем за разные костюмы. Пишите, на самом деле, в комментариях, играть ли мне за обычный костюм, либо за разные все. Потому что я-то не знаю. Я что-то ломаю, типа, получаю какие-то осколочки. Мне, видимо, их надо собирать. Разные предметы, которые нужны для прокачки каких-нибудь там способностей, умений, я не знаю, базы. Ну тут и способностей прокачивать, ну, типа, не надо ничего. А если я вот подкатом, понятно, мне игра не дает подкатом ударить, значит, подкатом нельзя бить ящики. К сожалению. Ну ладно. Собираем. Так. А, налево? А я не хочу налево! Ну почему меня заставляют налево пойти? Ну ладно, это все обучение. Я все прекрасно понимаю. Мне же дадут другой костюм надеть, чтобы показать за один выпуск все три костюма, которые у меня есть. Было бы отлично. Так, это пробег, типа, да? Забег мой. Рекорд мой. Ура. Так. Так. Готова она. Ну, крафт какой-то, не да. Так. Ура, мы добыли. Ура, теперь мы можем пойти в бой. А, ну, я понял. Нам надо какие-то вещи создавать, чтобы какого-то определенного врага победить. Так, хорошо. Теперь я могу другого взять. Вот серенького такого, скунс. А тут еще какие другие? Жуткий фермер, весенний и диско. Ну, наверное, будут добавлять разные, да? Я правильно понял? Ну, надеюсь, да. А тут есть дабл слайд, как, к примеру, Spider-Man Unlimited. Spider-Man Unlimited можно было бы... было делать этот дабл слайд, это я точно помню. Не знаю, в каких других раннерах это, потому что я не особо вникаю в раннеры. Я в мало какие раннеры играю, так что, ребят, я тут не профессионал. О, нитродрон появился. Ну как появился, мы до него добежали. Погнали гасить его. Ну, пока это очень прям для детей раннер. Вот прям очень детский раннер. И, ой, здесь я очень отвратительно сделал. Надо бы попробовать идеально-то. Ударить, я бы хотел. Так, энергокамень новый, ура! А, видимо, 4 энергокамня я смогу главаря победить, да, банды? Или нет? Или нет? Непонятно, не знаю. Так, ну, так, а я не могу. Так, я не могу туда пойти. Задание. Так. Выполнил задание, теперь тут крафт, да? Вот это надо создать. А чтобы слотики побольше были создания, нужно...
тратить деньги. Так, а можно я не пойду в бой? А, не дают. А вот не дают мне. Так, ну давайте за классического теперь дальше. Опять же, повторяюсь, пишите в комментариях, за какой костюм играть конкретно. Если вы видите в комментариях уже, ну вот, написали, к примеру, вот за классического, не пишите еще один комментарий, а поставьте лайк этому комментарию, чтобы я понимал именно по лайкам определенный костюм. Просто вот если кто-то успел уже написать, вот за какой костюм он решил. Если вы с ним согласны, ставьте ему лайк. Чтобы я, ну, понимал, а не искал по всем комментариям и рассчитывал это все. Было, ну, облегчили бы мне очень сильно задачу. Возвращаемся к игре. Мы бежим, контрольную точку взяли, отлично. И в пещеру закинулись, отлично. Но игра очень простецкая. Я бы сказал, что вот из раннеров... Sonic Dash, к примеру, он был бы, наверное, посложнее... Но тут сложнее, наверное, вот в этом создании предметов стопудов, потому что я вот вообще ничего не понял, потому что я все проскипал. Надо будет повнимательнее быть в данном направлении. А так, именно как сам раннер, вот просто по бегушке, ну очень легкий, вот очень, пока что. Я ничего пока не знаю, возможно, будет очень сложно в конце, я этого не знаю. Но некий сюжет в этой игре есть, и меня это радует. Есть мотивация пройти ее до конца и записать это на YouTube. Так, ну я выполнил еще одно задание. Ура, получил я много всего. Отремонтировать? А, типа прокачка, да, этой штуки. Угу. И что? А, теперь я могу нитробомбу создавать. Из-за того, что я ее вкачал, да? Но, возможно, возможно. Ух, это что за фиолетовая бомбочка? Гляди-ка, это взрывника! С этой ягодой мы одолеем Скорпориллу! А зачем я ее использовал сейчас? Можно было бы не... Ладно, окей, это просто как предмет для ломания преград. Но для чего он... Типа, я могу использовать обычный свой... Кувырок. И, типа, да, на дистанции. А для чего мне эта дистанция? Да-да, для чего? Для чего? Что мне мешает просто? Я не понял все равно. Для чего эта штука нужна? Я пока не вижу. Ну вот, вот только вот нитро вот эти вот ломать. Скорее всего, только для этого. Вот эти вот, видите, контейнеры нитро. Вот сейчас я лоханулся. А, я игру обманул немного. Видали, какой ход я сделал? Красивый. Так, перепрыгнули преграду, взяли чехп... А, все же можно. Можно слайдом бить, все хорошо. Воу-воу-воу-воу. Какой он зловещий. Зловещий-то он зловещий, а как его кидать? А! В какой он, этой... В каком он пространстве находится, туда и кидать надо. Только я немного не ориентируюсь, куда именно кидать. Ну я же правильно кидаю пока, да? Ну да, вроде правильно кидаю. Да, все четенько. Ой! Ну ладно, я даже не стараюсь здесь. Бог с ним. Бабах, получили энергокамень, отлично. Такс, победа. Ура, новый враг доступен у нас теперь. А можно перепроходить задание? Или же нет? Так, отлично, третий уровень, ура. Конечно же не нравится, я же еще игру не прошел. Открыто Куко. У меня 164 балла, и сейчас увидишь, что это значит. В смысле, что... В смысле? Ура! Свобода действий, ребят! До третьего уровня, да? Так, профиль. Это что за никнейм у меня такой? Так, а... А иконку как поменять? Это что за...
Я не знаю. Так, ладно, ник я поменял. Отлично. А тут типа можно в друзья добавляться? Нет? Костюмы. А, ну вот. Но я могу один купить, ну и зачем мне покупать костюмы? Я чё, ради костюмов тут играю? Так, а... Так, профиль, окей, не в команде. Я лох, я не в команде. Отлично. Кобликом. О, магазин! Получи бесплатно 5 кристаллов! О, бесплатно. О, я что-то взял. Карта. А, вот такая долгая игра? Или это недолго? Наверное, долго. Так, я могу создать что-то. Бластеры всякие, отлично. Это что? Это окей, это... О, боже мой, как же... Тут за... Тут потеряться легко. Так, откройте команды за... А, 10 штук. Так, ну я видео смотреть не буду на видео. Так, а что по заданиям? Собери так, ага. Готовь, ага. Так, ну я, кстати, поставил создаваться. Так что все четенько, я все правильно делаю. Давайте сделаем просто обычный забег. Просто самый маленький забег. Пробежимся и закончим первую серию на данный момент. Так, а я могу Куку. Давайте, кстати, Куку поиграем. Она по-другому играется? Или это просто скин для девочек, типа? Да, это скин для девочек. Так что девочка можно играть в эту игру. Разрешено! Но это шутки шутками. Ну, я навряд ли буду за нее играть. А, ну тогда, по сути, в опросе будет еще участвовать персонаж Куко. Типа, играть не за костюмы Крэша, а за стандартного Крэша, либо за Куко. Да. Ясненько. Ну, кто дотерпел до конца ролика, тот и да. Вам респект. Кто досмотрел до этого момента, а кто до конца прям досмотрит, ой, какой он крутой. Прям сразу, ребят, вам респект. Уважение и респект. Ой, да я вообще читер, я могу и ударить, и на пружину сесть, и все прекрасно. Опа, это что такое? Так, ну мне лучше собирать разные предметы, не только одинаковые, но и разные. Так что я буду по разным путям ходить. Так что я надеюсь, все правильно делаю. Я прям настоящий про-игрок в данной игре теперь. Ну, пока... Ну, блин, а оно будет ускоряться? На самом деле, ребят, пишите в комментариях, как вам эта данная игра. Какие-то смешанные у меня чувства. Вроде прикольно, вроде красиво, мило. Куку отвратительно выглядит для меня, я считаю. Ну, глаза у нее прям уродские. Вот не знаю почему. А так вроде и нормально, а вроде и странно. Ладно, ребят, спасибо огромное, кто досмотрел до конца, вот до этого момента, данный ролик. Пишите в комментариях, как вам игра, пишите, продолжает ли мне это делать. В принципе, неплохой раннер, ну вот смешанные чувства на самом деле. Я думаю, что когда я окончательно ее пройду, то, ну, вот честно смогу выдавить из себя полную оценку, потому что пока непонятно, честно. Это не раннер. Ну, он... У игры нет упора на раннер, на самом деле. Тут больше вот это вот Tower Defense какой-то. Правда, без дефенса, потому что ты не защищаешь ее, а просто улучшаешь. Вот и все. Спасибо за просмотр, ребят. Ставим лайки, подписываемся на канал, колокольчик ставим, чтобы не пропускать новые видео. Всем спасибо, пока.